Дорогие друзья, ну а сейчас мы готовы подключиться к одной самой, наверное, одной из самых известных крымчанок. Ее имя звучит по всему миру. Ксения Симонова из Евпатории с нами на связи. Здравствуйте, Здравствуйте. Ксения. Здравствуйте. Доброе утро. Как началось ваше утро нового дня? А мое утро начинается с спорта. Вот я делаю зарядку всегда, потому что особенно в такой странный период нужно следить за собой. Вот. Ну и обязательно рисую. Каждый день я пишу несколько акварельных работ. Работаю в студии, студия моя при доме находится. Вот. И сейчас я вам покажу, что я делаю. Дважды в неделю мы выходим в прямой эфир, теперь концерты мои. Можно смотреть в прямом эфире. Люди со всего мира могут смотреть. Мы ведем и по-русски, и по-английски. И очень много зрителей смотрит, присоединяйтесь. Мне будет очень приятно, если вы тоже будете смотреть. Обязательно смотрим во все четыре. Сегодня будет 9 часов, пожалуйста, на моем канале. А сегодня что вы нам продемонстрируете? Как свое искусство преподнесете? Ну, смотрите, так как весна, несмотря ни на что, весна берет свою силу. И одна из самых моих любимых историй называется «Я тебя люблю». Создана она под музыку Антонио Вивальди «Весна». Прекрасная целительная музыка всех времен и народов. И я очень хочу, чтобы ваше утро началось с нее. Я вот в детстве очень любила с утра включать весну и начинать свою... Утро так, поэтому хочу, чтобы вы почувствовали себя детьми. Посмотрим? С удовольствием. Давайте. Thank you.
Спасибо. Ксения, спасибо вам большое. Но, Ксения, хотелось бы еще у вас уточнить. Рисование песком, конечно, потрясающее и сложное занятие. Многие говорят, что это определенная арт-терапия. Расскажите, чем детям полезно такое занятие? Вы знаете, я не могу говорить, наверное, обо всех, но это очень хорошо для настроения, для рук. Мне кажется, что это еще работа с мелкой моторикой, но я не являюсь терапевтом или учителем. Я просто думаю, что любого вида искусства целительно. И любой человек может начать этим заниматься. Не нужно для этого ничему учиться, просто нужно взять песок, нужно взять стекло, свет, хорошую музыку и остаться наедине с собой. Сейчас у нас для этого самое лучшее время. Ксения, и я вот давно слежу за вашим творчеством, всегда мучил один вопрос. Песок, который вы используете, какой-то специальный или вы прямо ведете на пляж Евпатории и набираете там его? Нет, это речной песок обычный, который мы можем найти в любой песочнице, любого города. То есть вы расхищаете песок из песочницы? Нет, мы покупаем его в карьере. Но дело совсем не в песке. Вот люди думают, что дело в песке, там спрашивают, какое дело только в голове. И рука. Можно рисовать как угодно, можно кофе рисовать. Спасибо большое, Ксения. Очень порадовали сегодня нас своим искусством. Действительно, это по-настоящему праздничный, по-настоящему по-весеннему. Да, я напоминаю, что с нами общалась Ксения Симонова. Это мастер песочной анимации.